Ну, это площадка решеты авиационная, да. Почему решили взять ангар, поставить? Оптимальное по цене, качество, видел, как говорится, их в деле. Для меня это было ощутимо, я, как говорится, строил за свои деньги, поэтому было ощутимо. Даже было изначально на то, что я сам все куплю, сам все установлю. В итоге потом нашел еще средства и пригласил компанию, чтобы они мне установили. То есть, как бы, это... Не жалеете, что нет, они сами? Нет, не жалеем. Просто я сэкономил время. То есть, как бы, мы там рассматривали варианты. Ну, просто обратился к тому, что здесь все-таки ближе. И вот даже вот с точки зрения там вот гарантии какой-то там, да, что-то еще. То есть оперативнее это все это. Поэтому именно и к этим ангарам, и к этой компании, так скажем. Что нравится, что не нравится? Пока все устраивает, да, то есть, как бы, я говорю, реакция есть, то есть, как бы, я обращаюсь, даю тоже свои какие-то замечания, вроде как они учитывают их, я надеюсь, и в будущем, то есть, поэтому, я, насколько помню, вот эти ворота такого типа были первые здесь экспериментально сделаны, теперь в Мочище везде такие поменяли, сделали. Тогда вот, вот здесь вот это все прошили, да, вот в этих, да, в старых ангарах этого не было, задней стенки прошитой. То есть она хлопала, и, соответственно, и быстрее материал выходил из строя. Это замечание было как раз вот в Мочище, я когда первый раз их увидел. Я тогда замечал эти недостатки, сам, как говорится, техническое образование имея. Эти нюансы давал, говорил, их исправляли, то есть люди адекватно на это реагируют, поэтому решил, то есть, как говорится, дальше, то есть мне понравилось вот это все. А с другой стороны, когда вы сюда ехали, может, видели, там синий ангар такой стоит, и это на границе там с Алтаем, там синий ангар стоит. Вот когда был ураган в прошлом году, это выдержало, а тут разорвало в хлам. То есть, если сложится ангар, сложится вся техника. Для нас вот это самое важное. То есть хоть из каменной построить, да, лишь бы технику сохранить. Ну, просто по практике, вот тот же Мочище, да, там уже порядка 5-6 уже ангаров там тантованных. Пока на этом останавливаюсь в варианте.